проход и проезд закрыт. Как видим, въезд в Анчупаны закрыли. Теперь камень на входе намекает на то, что каждый, кто пересекет этот знак, будет зарыт под этим камнем. Ну и видим, там ведутся работы по благоустройству. Когда это все закончится и к чему приведет, пока не очень ясно. Ну а пока-пока.